wesołe na fortepianie. Я сейчас пишу музыку к спектаклю «Невидимка» Марка Розовского в театре. То есть это такая моя плановая работа, я делаю ее уже давно, полгода, но она скоро так близится к завершению. Я еще раз говорю, что я не строю каких-то таких кардинальных, глобальных планов. Мне не хотелось бы, чтобы ансамбль превращался в какую-то в эклектику, что нужно пригласить вот этого, потому что он звезда, нужно вот этого. Нет, нет, у нас есть такая музыкальная семья. Мы сейчас должны просто научиться слышать друг друга, понимать и видеть. Когда мы почувствуем, что мы уже, так сказать, взяли друг от друга все, что могли, тогда, значит, что-то еще. Я пишу музыку, просто что-то родилось, получилось. Сыграли хорошо, не сыграли нехорошо.